Один из шедевров коллекции музея – картина Ивана Константиновича Айвазовского «Летний вечер в Крыму». Эта работа относится к раннему периоду его творчества, 60-м годам XIX века. Работа необыкновенно атмосферная, передает действительно дух летнего крымского вечера. Видно море, столь любимое Иваном Константиновичем, которое в такой легкой туманной дымке. Видны фигуры гуляющих, которые, возможно, приехали на пикник. И сам факт возможности постоять близко с работой великого мастера – это уже колоссальное счастье и колоссальный энергетический заряд для всех тех, кто имеет такую возможность.